это всегда удовольствие. А ехать в новом Форде — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Тем более, что едем мы в достаточно популярной машине — Форд Мондео. Форд Мондео — это единственный вариант сейчас существующего автомобиля, производимого маркой Ford, который сочетает в себе американские размеры, ну и европейскую экономичность. Движочек небольшого объема, но при этом достаточно сильный. И вот эти размеры. Мондео, как и Focus, они чем-то похожи. Если сравнивать по мордочке, то примерно одинаковые. Но филейная часть, конечно, здесь выполнена в любимом для меня треугольном стиле. Мондео претерпел небольшие изменения, то есть подвергся рестайлингу. Что изменилось? Изменилось прежде всего базовая комплектация. Сейчас в базовую комплектацию входит новая фордовская магнитола 5000C, 4 подушки безопасности. Это как раз то, что надо для нашего странного, по идее, магнитогорского движения. Кроме всего прочего, в стандартную комплектацию входит ABS, EBA, EBD. Если все перечислять, что еще сюда входит, можно просто нельзя. Так вот, расшифруем. EBA – это электронная система контроля экстренного торможения. Также есть электронная система контроля распределения тормозных усилий. Ну, для любителей погоняться по гололеду. Скоро наступит гололед, и мы протестируем эти машины на Магнитогорском пруду. Тогда вы увидите все преимущества этой машины. И еще одно преимущество — цена. При всем том фарше, который здесь присутствует, цена 21 тысяча долларов. Ну, точнее, условных единиц, которые сейчас почему-то приравняли к евро. Хотя для меня роднее все-таки зеленые бумажки. Но, тем не менее, разница, в общем-то, небольшая. И плюс, в подарок от Магнитогорского отделения компании Ford, фирмы MAG Техноцентр, вам будет подарок — комплект зимней резины. Но это, опять же, для зимы. Немаловажно. Если посчитать, это очень выгодно. А теперь поговорим и еще раз вернемся к вопросу цены. Благодаря этой, мягко говоря, идиотской растаможке, более или менее приличная машина сейчас будет стоить примерно в районе 20 тысяч долларов. А за эту сумму новая машина, которая блестит и краской пахнет, в которой кроме вас никто не сидел, и в которой вы будете возить только тех людей, которых вы действительно любите. Так много слов «которых». Да, их много. Потому что перечислять достоинства этой машины можно практически бесконечно. Основных недостатков. Ну, опять же, для меня недостатком является то, что нету автоматической коробки переключения скоростей. Но комплектация более дорогая, позволяет вам это приобрести. И еще, для любителей погонять. Движочек 1.8. Вроде бы, казалось бы, немного, но он просто визжит от восторга, когда ты ему даешь по полной программе. И в этом смысле Мондео не уступит Шкоде, на которой гоняются наши друзья. И при этом для меня это все-таки Форд.